Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня вашему вниманию будет показан фильм, посвященный замечательному певцу Валерию Ивановичу Тюменцеву. При подготовке материалов мы столкнулись с такой проблемой. В музыкальных архивах, к сожалению, практически не сохранилось никакой критики, посвященной вот работам Валерия Ивановича в опере. Ну, разве что две серьезные статьи Сергея Коробкова и Алексея Парина, посвященные работе Валерия Ивановича в опере Владимира Кобекина «Пророк». Это премьера 80-х годов, когда Валерий Иванович служил на сцене Свердловского театра оперы и балета. А так, в основном, просто небольшие заметки о том, что состоялась там-то и там-то премьера, и среди его участников был Валерий Тюменцев. И вот тогда у нас возникла мысль, а почему бы не взять интервью у тех людей, кто служил с ним рядом, бок о бок, выходя на сцену, у музыкальных критиков, у композиторов. Вот так мы и сделали. И плюс к тому, надо отдать должное и огромное спасибо вдове Валерия Ивановича Светлане, которая поделилась своими личными воспоминаниями о супруге и в том числе предоставила уникальные, редкие видеоматериалы, в том числе и последний спектакль, исполненный Валерием Ивановичем за несколько дней до смерти. Я надеюсь, что фильм не оставит никого равнодушным, и мы еще раз вспомним легенду нашего театра Валерия Тюменцева. Валерий Тюменцев являл собой ту самую мужскую силу, о которой пишут романы, грезят дамы и на которой держится все вокруг. Эта сила ощущалась везде – в жизнелюбии, преданности профессии, а главное – в голосе. Риголетто, Грязной в царской невесте,
Жермон Травиати, Эскамильев Кармен, Роберт Виоланти. Такие разные партии, но в каждой из них Валерий Иванович умел найти зерно роли. И в каждой из них восхищал многочисленных поклонников своим огромным талантом. Все знали, что на Тюменцева ходил весь город. Он появлялся на сцене и легко перекрывал весь оркестр с хором вместе взятыми. Валерий Иванович был стихией. Он был воплощением стихии, такой, знаете, первозданной, я даже не побоюсь этого слова сказать, первобытной стихии. И это очень многое объясняло. Это какая-то он был энергетическим порталом. В этом и была его колоссальная сила, и вот в каком-то отношении вот эти все интересные вещи, которые с ним происходили на сцене, это тоже вот объясняло. Его энергия была сильнее, чем в каком-то отношении контроль над собой. Вот. Но то, как он своим присутствием на сцене буквально накрывал с собой зрительный зал, партнеров, понимаете, это производило колоссальное впечатление. Прекрасным певцом и актером. Актером особенно, потому что работать было с ним удобно, он был очень контактным. Он чувствовал нюансы, состояние партнера, ощущения. Валерий Иванович Тюменцев, фамилия по матери Смирнов, родился 17 апреля 41 года в городе Томске. Трудовую деятельность начал в 1959 году токарем электромеханического завода. Служил в советской армии. С декабря 1964 года учился в Томском музыкальном училище имени Чайковского, а с сентября 1966 года в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, которую и окончил в 1971 году. Одновременно с 1967 года работал артистом хора Свердловского театра музыкальной комедии, затем солистом театров музыкальной комедии в городах Иркутске, Барнауле, музыкально-драматических в Ижевске, Йошкар-Оле, музыкального в Сыктывкаре, оперы и балета в Свердловске. С Валерой Тюменцевым учились вместе в консерватории. Он был у меня на год старше курсом. Общались мало. Учился он в классе профессора Егоровой, но не у Егоровой, а ассистента у Папина. Поэтому мы не очень общались, поскольку он был на отделении опереты. Отделение опереты. Владимир Евгеньевич Курочкин был главным режиссером Свердловской опереты. По консерватории плохо помню, потому что голос был очень неинтересный. Сам он... Поскольку на отделении опереты мы практически пели в разных академических концертах, друг друга не слышали, не слушали. У них упор был на танец и сцен-движение, у нас на вокал. Он поработал немножко в Свердловской оперете и уехал в Сыктывкар, в оперный театр. Но
преимущество и счастье для него то, что это был оперный театр, но он был небольшой оперный театр, и там, собственно, шли и опереты, и оперы. Поэтому ему пришлось в силу жизненных обстоятельств немножко добавить тесситуру, поскольку приходилось петь иногда тенором во всех оперетах Кальмана. И вот эта вот работа в Сыктывкаре ему очень помогла, тем более актерски. Я вот работал в оперетах перед тем, как участвовать в опере. Вот. 13 лет проработал в оперете. И мне мало классики давали петь, потому что, говорят, ты справляешься с современными постановками, и мы тебе, только тебе доверяем. Не расцветаешь ли с этого желаниями полны, все не стеряешь, а не спух, ты с ней твой сель, любимый друг. А хвай уже цветок стучит, жужжа звучит на веку, мы ждем любимый счастье, ждем, навстречу майну мы Я поступил в Уральскую консерваторию в 1986-м, и, как все будущие вокалисты, подрабатывали в Театре оперы и балета Екатеринбурга в качестве артистов-миманцев. Был дуэт Артура Павловича Жилкина, самый первый дуэт «Фигаро и Альмавивы». И тут случилась одна штука. Они стояли рядом, и Валерий Иванович забыл слова. И он к Артуру Павловичу, пока была пауза, слова! Артур Павлович, красный фонарик при самом входе, тут ошибиться трудно, сеньор, тут понял. Пришло время, и Валерий Иванович запел. Красный фонарик, самый мучат, так вот попили, добра, папа. Я первый раз такое слышал, и стоял, конечно, на сцене, улыбался, а потом делал так... Пошел в задничку сразу. Понятное дело, что за кулисами сразу же возник полный ажиотаж. И все давай листать клавиры, желая помочь коллеге, подсказать какие-то слова. И все стали ему кричать: «Красный фонарик при самом входе! Тут ошибиться трудно, сеньор!» Валера сказал: и опять: «Красный фонарик по самому учет, тут посыпать!» «Нужен я Франку, красотки, нужны скорцу, всем угошуй, нужен я Франку, дай красотки, Я училась в консерватории, студенткой была, да, уже консерватории. Вдруг идет по Свердловску, мы же все друг друга знаем, все, значит, фамилии, все. И вдруг объявляют: приезжает Смирнов, Тюменцев, Смирнов, Тюменцев. Я говорю: это что, два человека или один? Это один человек, вот у него вот публика всегда ждала свежих и новых артистов. Всегда мы встречались все, кто-то. И композитор, вот Женечка Щеколев, написал песни и сказал, что: слушайте, а давайте мы сделаем такой круиз, и мои песни будут звучать, и мы с вами хоть подзаработаем и поездим. И он, конечно же, взял Тюменцева,
поскольку Тюменцев новое лицо в Свердловске, я уже женщины песни какие-то пела под гитару, чтобы это было разнообразие, плюс там еще были люди. Вот. И, значит, мы таким составом начали обкатывать всю вот эту программу композитора Щеколева по Свердловску, по области и везде. И я просто Тюменцева увидела другим. То есть я его увидела именно вот не певцом, который со сцены далеко находится, а именно близко, вот он тут в метре со мной, как он общается, как он двигается, как он рассуждает, как он говорит о политике. Это всегда ему было все интересно. Как он вообще говорит, он такой самобытный, он такой необычный вообще человек. И вот как-то у нас завязалась такая дружба, такое понимание, такое единение пошло. И вот это вот все, оно как-то завертелось, завертелось. И мы начали друг друга просто чувствовать, понимать. И как будто вот так вот, знаете, вот он заходил, и вот прямо такая вот притягательность какая-то появлялась. И мы вот так вот уже не могли. А думаю, а где Валера? А где он там? Другие артисты уже пропели, заходит Валера. И вот таким образом у нас пошла с ним вот такая дружеская такая связь, а потом она уже как-то переросла уже в более другие отношения, потому что понимание идет глубинное вообще. Идет гармония души, страсти, гармония отношений, человеческих, мужчина-женщина какое-то понимание. Вот как ты чувствуешь? Пришлось уйти из оперетты, вот, и я ушел в оперу. А в опере меня опять встретила с модерновой музыкой и современнейшая. И в пророке, вот, мне пришлось с большим театром драться. Либрелло! Либрелло! Академического театра оперы и балета, когда я была еще студенткой. И, в общем, наверное, самое сильное впечатление, конечно, связано с
его ролью, я даже бы сказала, ролями, тремя ролями в спектакле «Пророк» композитора Кобекина, который был поставлен знаменитым нашим тандемом, дирижером Евгением Бражником и режиссером Александром Тетелем. Это было выдающееся сочинение. Мне жаль, что оно до сих пор больше нигде не поставлено. Посвящено Пушкину. И две первые части были на стихи Пушкина. Это был «Дон Гуан» и «Пир во время чумы». А последняя часть – это была сценическая кантата «Гибель поэта». И целиком все сочинение было посвящено теме художественной личности, уникальной личности. И первоначально предполагалось, что хотя партия Бриданова, но разные диапазоны, это будут три разных певца, но в итоге это спел и сыграл один Валерий Тюменцев. Когда же опять увидимся? Когда-нибудь. А завтра? Я же. Здесь? Залог прощения, мирный поцелуй. Один холодный, мирный. Какой ты неотвязчивый. Но вот он. Глаз от него оторвать было невозможно. Помимо совершенно уникального, огромного диапазона и роскошного баритона, он, конечно, обладал очень сильной и мощной актерской харизмой. И вот несмотря на то, что это была опера, у него очень мощно проявилась, я бы сказала, харизма рок-певца. Тот темперамент, который обычно складывается в рок-среде, потому что он... То, что называется, пробивал стену. Его энергетика переливалась через зал. Ара, мой друг, ара, какое сердце просит, летет за днями дни, и как раз умрет. С Тюменцевым такое ощущение, что вообще ничего не делалось. Как будто у него там не связки, а струны рояля. Потрясающе совершенно. Причем он выплескивал свою внутреннюю энергию в зал с такой силой, что, в общем, зал сидел совершенно загипнотизирован. Это абсолютная правда, то есть это ничего не преувеличено. Ну и вот он, ну и потом ему это самое, лауреат стал государственной премии совершенно заслуженной, да, и держал вот эту оперу, так сказать, в своем репертуаре, и я так понял, что очень ее любил, потому что, в общем, просто бросался как на амбразуру каждый раз. Но это очень трудная задача, и побеждал всегда. Духовной жаждой утомил. Yeah.
сложнейшая музыка, сложнейшая тесситура, очень драматическая работа самого Валерия Ивановича. И единственное, помню, когда он за кулисы заходит перед самым финалом, поворачивается к нам, а мы студенты, мы были на всех репетициях, на каких-то прогонах, на самих спектаклях, за кулисами, потому что было всегда интересно. И он поворачивается к нам, видит, что мы молодые, смотрим там с такими выпученными глазами на человека-легенду, человека абсолютно одаренного, творческого. И он там поворачивается и говорит: у меня уже жилы не держат это петь, но надо. Поворачивается и опять идет. Очень важно уметь еще и стоять, если ты традиционный певец, таким образом, чтобы от тебя глаз не отрывали. Это умение, оно, наверное, чисто такое инстинктивное, оно либо есть, либо нет. Вся его фактура, манера держаться, манера стоять на сцене, она, в общем, как бы от него глаз не отрывалась. Силу жизненных обстоятельств, он приехал с женой в Пермь. И вот здесь я услышал после большого, практически 20-летнего перерыва, и он на меня совершенно произвел совершенно другое впечатление. Тембрально голос изменился, яркий диапазон, темперамент у него был всегда, он очень сильный, темпераментный, даже временами злой человек, но вот эта вот колоссальная энергетика просто заставляла, я был свидетель тому в зале, людей, вдруг отсутствующих, очень внимательно следить за тем, что происходит на сцене. Он практически поднимал зал. Иногда, начиная петь спектакль, не очень хорошей форме, он спектакль, к концу спектакля так распевался, что, в общем, люди вставали, да. Вот эта энергетика, присущая очень мало кому, произвело колоссальное впечатление. Я первый раз познакомилась с Валерой на репетиции спектакля «Бал-маскарад» в 1990 году. Я работала в театре третий год, хотя это был мой только первый год после института. А Валерий Иванович у нас был приглашен конкретно на этот спектакль. Первые репетиционные дни складывались довольно сложно, потому что такое, в общем, было довольно сложное время и нервно. Я поднималась без особого, скажем, энтузиазма в 501 класс, и вдруг меня остановила какая-то такая непривычная возбуждение, которое вот шло из класса, и какие-то речи возбужденные. Я заглянула и вижу, что стоит какой-то совершенно незнакомый мне человек. И мне все говорят: это вот новый Рената, нам пригласили Рената, новый наш солист. Он повернулся, и меня совершенно поразил его взгляд. Он практически меня как бы пронзал, то есть вот, как знаете, пожирал. Я не могла отвести просто от него своего взгляда. И дальше, когда он вышел репетировать и встал в какую-то позу, можно было, в принципе, уже не ставить, потому что он просто встал в позу, и эта поза сделала, в общем, всю сцену. Oh.
чем он был одарен, научить невозможно. Научить можно голосу, постановке, каким-то приспособлением, приемом, ну, может быть, актерским, там, так сказать, разным разностям, да. Но, честное слово, глядя на него, было понятно, что он актер от Бога, потому что он завладевал вашим вниманием, и оторвать глаз от него было невозможно, и вы уже были во власти его вот, влияния, магнетического влияния от начала до конца. Это редкость. Я не скажу, что у него был какой-то супер такой необыкновенный вот красоты или элегантности голос. Голос его был не элегантным, он был огромным, стихийным, таким наполненным, зычным, с таким каким-то животным ревом. Вот такой у него был голос. Но он влюблял в себя. Это необъяснимо. Харизма. Это называется харизма. У него своя харизма. У него была очень мощная энергетика, он всегда с полной отдачей вот это все исполнял, все свои партии. Завертырк в одно мгновение, дышать боятся, затихло все кругом. Ждут все в молчании, вот бы хлорвался, страшные глаза его горят диким огнем. Страшен миг, он льет и мечет, уж лошадь пала, и под нею пикадор. О, браво, Тору! Все закричали, бык разъярен летит вперед, дикарь шел! Вот открывалась дверь, громкогласый такой, Валера заходил, обнимался, целовался, и причем это было не то, что он подошел к себе, поцеловал один раз. Вот сколько раз он тебя видел в день, столько раз он тебя обнимал и целовал. Час борьбы блестящий, ждет тебя любовь, Тореадор, дождет тебя любовь, Тореадор, Тореадор, дождет любовь. Обожала просто публика его. И вообще ей было все равно, там, как он выйдет, в каком виде он выйдет, там, даже опоздает, там, слова забудет, все не принципиально было, потому что он просто выходил на сцену и сразу мог зал, вот, знаешь, как вот так взять, собрать в кучку и так раз и на себя натянуть. На себя это большая ценность. Вот.
Он вообще чудесный человек был, на самом деле, очень добрый, очень. Это вот приятно было рядом работать. Ты не ощущаешь никак. В принципе, на самом деле, человек открывает рот, ты всегда его нутро, в общем, почти сразу видишь. Пение. Я предлагаю вседельство, как говорит Станиславский. Мы откроем рот, мы становимся мы сами. Певцы. В драме вы можете спрятаться за шепот, там, за что-то еще такое. В опере не спрячешься никогда. Огромный ребенок, огромный, со всеми положительными и отрицательными моментами, которые есть в детях. Он тут постоянно играл в бильярд. Его же невозможно было оторвать от бильярда, и были моменты, я помню, когда он во время спектакля туда убегал, играл, вот, и мог опоздать на сцену. И такое было. И в этом тоже его детство, его вот такая вот ребячливость. Они играли в классе баритонов там в шахматы, были маленькие паузы в антракте или между спектаклями, там на репетициях. И если он проигрывал, он просто переворачивал доску, и все шахматы или шашки летели по всему полу, значит, он швырял, уходил в сердца, хлопал дверью. Ну, в этом весь был Валера, и поэтому это такая черта, которая, ну, вот сейчас она вызывает улыбку, я не знаю, кто-то на него, наверное, обижался, я на него не обижалась никогда. Валера пел Томского. Вот. Он врал в тексте, врал в музыке. Но педантичные немцы вот, как-то это все глотали. Когда вот он выходил и начинал петь, я думал, что смотрю, он не оставляет за собой мостов. Он не оставлял за собой мостов. Вот он отдавал, вот он... «Однажды в Версале уже де ля Рень». То есть это было такое вот у него, вот эта вот энергетика, которая вот заставляла зрителя подчиниться вот этому, принять то, что артист предлагал со сцены, и принять это в том виде, в каком он его давал.
У него была такая органика, такая, вот такой как бы темперамент, который близок мне. И поэтому даже при своей скупости каких-то движений, допустим, на сцене, как партнера, в партнерстве, да, например, в «Царской невесте» он Грязной, я Любаша. Мне было достаточно его скупого взгляда через плечо, такого жесткого на меня посмотреть. Мне хотелось упасть на колени и молить его о том, чтобы он меня не бросал. Вот. В нем было очень много вот такого мужского. Когда я выходила Любашей в первой сцене, для меня это был, вы знаете, это был раненый зверь. То ли он играл какого-то, да, пьяного, напившегося опричника, раненый зверь, который не понимает, который безумно влюблен, которому опостылила вот эта женщина, Любаша. Он метался по сцене, как раненый зверь, это было страшно. А рядом, когда я была с ним, рядом Любаша, я видела очень целенаправленный взгляд внутрь себя. Наверное, это концентрация энергии, которая выходит в зал. Бывает так, что хочется от партнера видеть его, что он видит тебя, взгляд. Убил меня неожиданно для меня, что сверху так, и по залу так... Как наш тебе! Он убивал Любашу ножом в грудь, ну, там есть специальный прием. Вы знаете, вот после спектакля с Валерием Ивановичем я сутки болела. Несмотря на то, что это было по, как бы... Театральным приемом я реально как бы теряла энергетику, просто заболевала. То есть настолько он был сильным партнером, настолько он, наверное, по-настоящему, не скажу, что жил, но он включался, какие-то стихийные силы в нем были.
преклонясь ко мне, пустынной тишине часы ночные проводила. Как часто милым лепетанием, упоительным лапзанием, задумчивость мою минуту разогнать умела. Я помню снегой полной страсти, шептала мне она тогда: люблю тебя в твоей власти. Твоя Олеко навсегда. И все тогда я забывал, когда речам ее внимал, и как безумный целовал ее чарующие очи, коз чудных прядь темнее ночи. Он производил колоссальное впечатление, если на него смотреть из зала. Ты сразу забывал, что он забывает текст, что, может быть, там что-то как-то не так. Ощущение, что на нем концентрировалось все внимание, зал замирал, и ты вместе с ним. И когда все наконец заканчивалось, ты вместе со всеми орал, как ненормальный. Браво! И это действительно было какое-то удивительное ощущение. Его скупой был, он находил вот для себя оправдание, вот это торжество скупого, его радость, когда он пересчитывал вот эти денежки, вот, и его любовь к ним, то есть и такое к сыну недоброжелательное, такое пренебрежение к сыну. Вот, и вот это, вот эту разницу Валера очень ярко ее показывал. У него были свои фишки. Он как-то это все делал очень естественно. Вот у него была любимая поза. Он все сгорбленный смотрел в зал. То есть его взгляд, он доходил до последнего ряда партера, даже амфитеатра. Его энергетика. И мы всегда, и нам педагоги говорили, пой так, работай так, чтобы зритель на последнем ряду партера тебя видел, чувствовал и не мог от тебя оторваться. Я каждый раз, когда хочу сундук мой петь, впадаю в жар и в трепет. Не страх, о нет, но сердце мне теснит, какое-то неведомое. Thank you.
Несколько раз я смотрела «Скупого рыцаря», потому что для меня это было на самом деле какое-то вот что-то там из веревок, вязаная вот эта вот хламида, да, подпоясанная веревкой, эти седые волосы, как-то он еще грим делал такой, знаете, у него вот этот, у него и так немножко взгляд орлиный был, он еще грим делал такой, у него страшно, но при этом он выходил, эти руки потирал. Это подсмешка какая-то, ехидство, это радость. Вот это неизменное, что он радовался, когда он видел эти сундуки с золотом. Это было что-то потрясающее. Он все это делал голосом, понимаете? И он все это играл голосом. Это очень важно для артиста, для оперного певца. Не просто изображать, а чтобы это все было в голосе. У Валерия Тюменцева была большая любовь к театру, к музыке. Петь и дышать было его жизненной потребностью. Валерий Иванович был безотказным. Работал тогда, когда это было необходимо театру. И не случайно с его именем связано много смешных историй, которые случались во время спектаклей. Он был очень легкий человек, неконфликтный совершенно. По-моему, за все это время, может быть, один раз там услышала, что он там где-то распсихался. И то это было такой рабочий момент, который, может быть, вот я вот сейчас, по прошествии столько времени, опыта, тоже понимаю, что я могу так выйти, себя позлиться немножко, потому что вот выход темперамента где-то нужен. Один раз. Я помню тогда в Германии, когда мы приехали на гастроли, и нас в день спектакля, вот мы должны были уже улетать, нас хотели выселить из гостиницы. Валерий Иванович что-то вышел, гайкнул один раз, что так жестко про фашизм. Что немцы быстро рассосались, его никто из гостиницы не выгнал. Основно возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали по земли, этот день мы приближали как могли. Это день победы, порохом пропух. Это праздник с сединой на висках. Ни о ком столько в театре не говорят, в Пермском театре, как вспоминают байки, связанные с Валерием Ивановичем Тюменцевым, о его умении где-то забывать слова и потом как ловко из них выходить, из этой ситуации. Севильский цирюльник Каватино Фигаро, а тогда модно было приглашать в театр все верхушки парторганизации и такое делать а-ля хороший концерт для партийной ячейки нашего города. И он пел Каватино Фигаро, который начинается ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и он вышел ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А потом, когда надо петь, он ла-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 
ла 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 ла
Так что вот. И ничего, говорят, тут вперед на ура проходило все. В Сивильском цирюльнике он пел Фигаро, а я пел Бартоло. И вот по той постановке я лепил гуммо, сделал такой, с картошкой. Вот. А Валера, естественно, там, и вот он однажды заигрался в сцене бритья, и мне, значит, бритвой вот это я отсек вот эту картофелину. Вот. Я сразу схватился за нос, да, что вот, ой, а он побежал, значит, ее тут же прилепил обратно. Мне позвонили, сказали: Сергей, срочно приезжай, у нас, значит, вот заболел исполнитель, это партию Вадамона в опере «Иоланта». Роберто будет петь Валерий Иванович Тюменцев. И я так понимаю, что он тоже кого-то подменял. Заведующий труппой мне сказал: вы знаете, тоже он, у него могут быть какие-то ошибки там. Поэтому самый главный контакт с дирижером, в общем, пойте и, в общем, не обращайте ни на что внимания. Мы, значит, с Валерием Ивановичем выходим на сцену, вначале закулисное пение, и вдруг, значит, он как-то, что ли, что-то произошло, и он не совсем вступает в том месте. И, значит, я пою по оркестру, я вступаю точно. Выходим на сцену, там опять какие-то такие моменты шероховатости. Я, значит, как скала, все пою точно, все прямо по дирижеру, мы вместе с оркестром. И так примерно длится до арии Роберта. Я думаю, как я, значит, сегодня так, это я молодец, хорошо. И когда дело доходит до арии Роберта, Валерий Иванович выходит на авансцену и своим зычным голосом все как нужно. Я как бы слышал исполнение Роберта, но вот так, чтобы, видать, его это как-то подстегнуло предыдущие какие-то вот эти вот шероховатости. И он ее, значит, спел так, что вдруг зал просто взревел там: «Вау, браво!» Значит, там «Бис!» Аплодисменты очень длинные. Валерий Иванович так поворачивается ко мне, подходит, так кладет руки на плечи и говорит мне: ну что, петь будешь? А я ему отвечаю: буду. И, в общем, вышел и спел эту арию. Понятно, что по сравнению с бравурным Робертом моя ария выглядела немножко скромнее, но спектакль мы отработали. В общем-то, у нас были всегда очень-очень хорошие отношения. И я, в общем, до самого последнего времени следил за успехами Валерия Ивановича. Замечательный был певец, прекрасный человек, с очень такой выдающейся природой. И у меня о нем только самые замечательные впечатления. Несмотря на то, что он был драматическим баритоном, с такой вот, я прямо скажу, бешеной, необъятной энергетикой, он пел Евгения Онегина. И вот та самая шутка, тот самый бородатый анекдот,
когда Онегин поет «Я вас люблю, люблю как брата», и родилась здесь из уст Валерия Ивановича Тюменцева. Я была тому свидетельницей, я пела Ольгу, я закончила свою сцену, и, значит, сцена сада, Татьяна в саду, он поет арию, я проходила сзади за кулисы и слышу «Я вас люблю, люблю как брата, люблю как брата». То есть это было что-то нечто, нечто. И вот это стало крылатым анекдотом. Ну, не потому, что он вот так захотел. Ну, певцам многим свойственно на сцене забывать слова, но он мастерским был поэтом. Он тут же придумывал что-то новое, сочинял. И как-то вот многие не замечали. Ну, главное, чтобы не остановиться. Для певца главное не остановиться, чтобы быть в музыке. Вот это о нем. Он забывал слова. Случалось это с ним. Но самое удивительное не это. Его это абсолютно не смущало. И вот забыв какие-то там слова, хотя стихи вроде Пушкина, да, он какие-то свои сочинял, и это абсолютно было естественно. То есть никто ничего как бы даже и не замечал. Вот. То есть такая многогранная была натура. Как-то мы ездили с Валерой на гастроли в Югославию, тогда еще Югославию, и пели в славном городе Белграде. Представления о русской опере у них очень своеобразные, я бы сказала, лубочные. Валера это все увидел и сказал: «Мы сыграем им нашу оперу». Причем «нашу» он сказал таким угрожающим тоном, что я на самом деле даже вздрогнула. «Нашу», русскую, как он. Потому что что такое русская опера в его понимании? Это мощь, это сила, это посыл, адреналин, эх, называется «Дубинушка». Седьмая картина так у него и получилась. Валера вошел в раж, схватил меня за талию в конце седьмой картины и дернул так сильно, что у меня практически порвалась юбка. При этом он умудрился эту юбку держать на мне до конца спектакля, то есть до конца этого акта. И «Навек прощай» я так и спела в объятиях, и мне в паузе, и мне пришлось упасть, так сказать, он упал мне, как практически держал, мне пришлось упасть в его объятия. Это было забавно, но публика решила, естественно, что это так и поставлено. И потом они говорили: «Боже, как это было по-русски», — говорила публика. То, что он терял текст, я думаю, это его могло выбивать из колеи, но это его никогда не смущало. Я помню, мне кто-то рассказывал, когда он в Свердловске вышел, оркестр сыграл первую арию «Демона» или там «На воздушном океане», а он запел другую, там «Не плачь, дитя». Вот. Дирижер остановил, там: «Валера, это не та музыка». Он говорит: «А, это я тоже знаю». И запел, как ни в чем не бывало, нужную арию. Вот смотрите, какая детская непосредственность. И, ну, вот его это не смущало. Семья для него была очень важна. Вот такой человек, он один бы не смог жить вообще. И с другой бы женщиной он вообще не смог бы жить. То есть вот я его женщина, видимо. Он еще был очень нежный отец. Я вспоминаю, что он гулял со своими детьми. А здесь вот по скверу, когда были какие-то небольшие промежутки между гастролями. Что у него дети, это ему как бы его прям на несколько лет подбросило вверх еще. У него глаза, он так немножко всегда были, у него глаза были так вот прям раскрыты первые несколько лет. Понимаешь, то есть он очень, вернее, вот буквально пока еще маленький, только особенно. А еще и сын, он тут не мог прийти в себя, это для него было очень важно. Он как приходит, вот он со спектакля, да, они вешаются на него, вот как обезьянки, вот сюда. У меня даже есть газета, где написано «Кинг-Конг отдыхает», что-то такое. Семья для него неотделимая вообще. Он детей обожал своих, и я считаю, что он ведь
И ради детей тоже так, не жалея себя, в общем-то, он работал. Последний это год он просто вот брался за любую работу, потому что ему нужно было содержать семью. Вот. И это о чем говорит? Не каждый мужчина так может жертвенно себя вести по отношению к своей семье. Конечно, я бывала у них дома, у них всегда было очень щедро, меня угощали, оставляли ночевать, мы очень весело и дружно общались. Он все внес в дом, вот у него, он такой был добытчик, Валера, то есть, ну, мужчина. Он мне все время говорил: Света, это невозможно. В таком большом городе нет опереты. Почему нет опереты? Я говорю: Валер, ну я не знаю. Он говорит: давай, говорит, сделаем. Я говорю: ну давай. Только говорю: я не знаю этот репертуар. Он говорит: я знаю все. Ты у меня будешь, значит, Стаси. Я говорю: а что это такое? Это в Сильве ты будешь такая игровая, такая. Я говорю: да ты что, давай. И вот он поставил. Концерты эти были очень веселые, они с его женой, со Светой, были чудесные пары. Такая вот, он ей подыгрывал, они были такие задорные, веселые, как раз в этом жанре. У нас же здесь театра музыкальной комедии нет, и оперетты очень любят, его принимали всегда на ура. Оперетта у него была немножечко тоже такая старорежимная, вот, не совсем вписывалась вот по стилю в реалии сегодняшнего дня, не то чтобы она пользовалась очень большой популярностью, эти вечера, которые он давал оперету, но следить за его перевоплощением, его вот юмористическими сценами, как он это делал, конечно, было тоже очень-очень здорово. Оперетта – это, конечно, это брызги шампанского. И Валера любил оперетту, потому что, если сравнить оперетту, то в оперетте даже сама организация труппы, там балет, солисты, миманс, они все вместе. И вот Валера очень любил оперетту, потому что оперетта давала возможность и потанцевать. Ну и вообще Валера любил и пластическое движение, это все ему было не чуждо, он никогда не отказывался, не говорил, я не слышал от него, чтобы он сказал: о, для меня это сложно. Оперетта у него это было как второе, не как второе, но тоже как его жизнь, потому что он без этого тоже не мог. Его любили зрители, и расширение репертуара на сцене он давал зрителям на сцене, на камерной, на таких концертах. Мы часто играли концерты. Он давал зрителю то, что любят. Oh.
в оперетте ведущие партии, вот, любовников, да, это не всегда баритон, это что-то среднее между баритоном и тенором. И он эту тесситуру совершенно спокойно осиливал. В общем-то, конечно, я себя как рыба в воде в классике чувствую, что там говорить. Seppur disarmata, questa morbida folla cruenta, non intera più l'uomo paventa, se le chiede che gli onori, quella porta, assassini, assassini, aprite le porte, assassini, ma aprite. Риголетто у него коронка была. Он очень темпераментный, тем более сцена-то ведь душераздирающая, и с кучей смертей, и с отношением вот этого места к действию, к состоянию, ко всему. Поэтому это было блестяще. То, что он делал, это блестяще. Как он был Риголетто, слушайте, это потрясающе. Это зверь, это раненый зверь на сцене. С такой огромной болью, как он эту свою Джильду трепетно любил, отчаянно любил. Ну, наверное, он был, вот в этом он больше был актер, хотя певец потрясающий. Составляющая этого персонажа Риголетто, его концентрация, невероятная концентрация, которая такая скрытая пружина, сыграть ее очень сложно на самом деле, когда ты никогда должен вот это все в себе держать все время, и ты не можешь распустить себя в принципе ни на секунду. Это было настолько Валерина, и еще когда вот человек сгибается, в принципе, он себя концентрирует, еще эти позы и вот горб. И я думаю, что ему, во-первых, это было просто свойственно, это его, было его. Плюс ко всему еще боль, которая на грани, знаете, иногда кажется, что когда Риголетто поет, он должен быть на грани воя, потому что испытать то, что в принципе испытывает этот персонаж, ну, это, в общем, не такие нечеловеческие страдания. И вот то, с какой силой он мог это передать, я думаю, что это, в общем, мало кто может.
на новую постановку «Риголетто» пригласили в Челябинске. И он произвел там фурор. Репетиции были прекрасные, и когда была премьера, ну, зал просто... Мне просто передали, у нас там друзья, в общем, как обычно водится, тем более в театрах, которые наши кустовые, театр Свердлов, Челябинск, мы уже об этом знаем, все нам сообщают об этом. И он приехал и сказал буквально за день до смерти, Саша говорит, я такое удовольствие получил, что-то случилось во мне такое, и в финале я... Там есть вставная нота ляка, не все ее поют. И вот он выдал такую ноту, что зал просто ревел. И он мне вот накануне сказал, я, наверное, зря это сделал. Определила еще одно имя – Валерия Тюменцева. Солист Пермского театра оперы и балета, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, он входил в десятку лучших риголетто мира. Эта партия для меня многое значит. Она меня прославила по всей стране, по всему земному шару. Так как я нахожусь в первой, там, может, десятке, пятерке, тройке самых сильных риголетто на земном шаре. Все. Валерий Тюменцев не должен был петь на премьере. Предполагалось, что он выйдет на сцену 17 и 25 апреля. Но как раз в эти дни в Пермском театре в связи с приездом Родиона Щедрина планировалось возобновить репетиции «Лолиты». И артист согласился выступить в первом спектакле. Несмотря на то, что накануне он пел на генеральном прогоне. Перед премьерой солист челябинской труппы Николай Глазков заметил, «Риголетто по сложности – смертельный спектакль, метафора». Но она оказалась слишком правдой. На следующий день, 13 апреля, Валерия Тюменцева не стало. Сердце. Неужели все не верится, неужели я не доглядела, как умела, берегла, и душой всегда к тебе летела, и встречала, и любила, и ждала, как ты верил в космос, бесконечность, как ты рвался в эти небеса, ты прости мне женскую беспечность, я прозрела, как хотел ты, проросла, и молюсь я чаще, хоть и не умею, и шепчу заветные слова. Нынче ветром ты обнял меня за шею, целовал снежинками в уста. Ты такой же буйный и ретивый, озорной, мятежный, шаловливый. Как резвишься, а кусаешь так и сяк. Я в ответ кричу, да холодно ж мне как. Синим мраке часто видно.
царской драке садану под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостное вредь. Не такой уж горькой я пропойца, чтоб тебя не видел умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб чешной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда распустит ветви по весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете как много лет назад. Не буди того, что от мечта. Не волну того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не очень не надо, прошлому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мой несказанный свет. Как зовут же про твою тревогу, не грусти так шибко обо мне, не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Thank you.
manum per dir e come pria. Le lacrime che ne versiam son false degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore cercate invece pingeri uno squarcio di vita. Egli è per massimi e sol che l'artista è d'uomo, e che per gli uomini scrive, rendeva, e dal vero
Сквозь снег и ветер мне идти суждено.
И вот девица скрылась. О, проклятие! Ее люблю я безумно! Во что б ни стало, хочу ее видеть, говорить с ней. И ты, ты поможешь мне в этом. Вот жар-то. Да-да, могу помочь. За труд твой будешь ты золотом осыпан. Уже? Верь слову! Много ли денег вы мне дадите? Дам, не считая, но скорей, скорей. Готов я! Мысль одна добыть металла, пластилина, жизни всей. Постоянно превращала, превращала разум мой в вулкан идей, вулкан идей. Мысль одна добыть металла, постоянно превращала разум мой в вулкан идей. Да, да, мысль одна добыть металла, постоянно превращала разум мой. Вот, сеньор, что я придумал, нарядиться вам солдатом. Нарядиться? Непременно. Мне солдатом. Ну что ж потом? Что ж потом? Что ж потом? Полк вступает до заката, полк вступает до заката. Да, и полковник мой приятель, и полковник мой приятель. Очень рад. Чего же? Идея. Взяв билет мы для постоя, двери эти отопрем. Что, сеньор мой, вдохновение мне дано и не дано? Мысль прекрасна, нет сомнений. Мысль прекрасна. Мысль прекрасна, нет сомнений. Нет сомнения. Мысль прекрасна, нет сомнения. Нет сомнения. Браво, 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 средство. Да, да. Мысль прекрасна, нет сомнения. Нет сомнения. Браво, 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 средство найдено. Нет сомнения. Браво, средство найдено. Нет сомнения. Браво, средство найдено. Что же? За дело. За дело. Еще спросить хотел я, как скажи вернее, твою лавку продобрея, если нужно отыскать. Вот смотрите, там левее, лавку трудно вам не узнать. Номер 15, и вот примета, все стены лавки белого цвета, ведь парик-то висят для привлечения, и о помаде лист объявления, синяя вывеска нынче так в моде, красный фонарик при самом входе. Тут ошибиться трудно, сеньор, ведь париков для привлечения, и о помаде лист объявления, синяя вывеска нынче в моде, красный фонарик при самом входе. Тут ошибиться трудно, сеньор. Красный фонарь при самом входе. Тут ошибиться трудно, сеньор. Понял давно я. Ну так за дело. Будь осторожен. Верьтесь мне смело. Верно служи мне. Скажите слово. Милый мой Фигаро. Все будет исправно. В лавку приду я. С полным карманом. Да, если сладим дело с тобой. А не тревожьтесь, сеньор мой, о том дела отлично мы проведем. Как мое сердце бьется тревожно. Счастье риска, так счастье возможно. Мига быть его силою должна. Скоро надежды страшен арман. Золото слышит он благодарность. А сердце бьется тревожно. Золото слышит он благодарность. Так счастье близко. Вот оно валится скоро ко мне в карман. Счастье близко. Счастье возможно.
но добытьего силою не
Блещет.
каждому светет. Я тот, кого никто не любит, и все живущее клянет. Слезы.